22 декабря Академия наук Республики Татарстан провела отчетное собрание. Подводя итоги года, депутаты затронули достигнутые успехи Академии и выдвинули новые задачи. Особо значимым вопросом является усиление работы по привлечению молодых ученых для создания системы преемственности. В этой связи надо стремиться к увеличению членов Академии наук из числа продуктивно работающей молодежи. Представляется, что нужно проводить больше междисциплинарных исследований с отечественными и зарубежными учеными, создавая временные научные коллективы и рабочие группы. К значимым показателям работы Академии наук можно отнести количество публикаций научных статей, число которых растет с каждым днем. Как отмечают депутаты Академии, за этот год наблюдается рост во всех показателях. Также на отчетном собрании выступил Рафис Бурганов, новый министр образования и науки Республики Татарстан. В должности министра это было первое обращение к академикам города. Я считаю, что наука, она должна всегда идти чуть-чуть на полшага хотя бы впереди жизни, и хотелось бы ее продуктами пользоваться, чтобы она имела больший такой прикладной характер для исполнительных органов власти, чтобы мы, опираясь на достижения науки, строили бы нормальную, правильную, грамотную, образовательную, воспитательную работу. Казанский федеральный университет играет не последнюю роль в жизни Академии наук. Ректор университета Ильшат Гафуров входит в состав президиума, а сам университет активно развивает образование и науку не только в России, но и в других странах. Олег Ашин, Роман Самарин, Универньюз.